Привет всем, кто заглянул на мой канал. Меня зовут Виктория. И сегодня я хочу вам рассказать о своем заказе Faberlic по второму каталогу. Он был небольшой, в принципе, заказывал только то, что было необходимо. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной и желаю вам приятного просмотра. Новая серия Story de Amore. На эту серию была выгодная акция. Если покупаешь два товара из серии, то они идут по скидке. Я взяла влажные салфетки для интимной гигиены, гель для интимной гигиены, освежитель для полости рта, и еще у меня был гель для душа, но муж его благополучно присвоил себе и пошел на тренировку. Запах приятный, в принципе, посмотрим, как будет в использовании. Я пользовалась гелем для интимной гигиены, который был такой фиолетовой баночки. Мне, в принципе, нравилось. Ну, посмотрим, как поведет себя этот гель. Была акция на два продукта: жидкое мыло и малина. Их было выгодно в паре покупать. Я взяла себе это вот мыло, потому что мне очень нравится его аромат. И он, в принципе, оно не сушит кожу. И также у меня были накопленные баллы. И за эти баллы я взяла еще одну баночку жидкого мыла. Это мой самый любимый аромат еще. В принципе, все ароматы Faberlic классные жидкого мыла. Но вот отдаю предпочтение малина и белый шоколад и вишневый конфитюр. Мыло лишним не бывает, поэтому заказываю. Также решила попробовать такой вот гамаш очищающий с эфирными маслами. Из этой серии я, по-моему, ничего не пробовала, но вот решила попробовать такой гамаш. Не знаю, как он будет себя вести, потом, конечно, расскажу вам, когда попробую, свое мнение. И осталось несколько бытовых покупок. Это вот такой вот стиральный порошок я взяла небольшой. Как-то я брала, в принципе, неплохо отстирывая. Тут решила взять маленькую пока что упаковку, вспомнить, посмотреть. А то давно я уже не покупала этот порошок. Но все на ютубе его нахваливают, поэтому решила вспомнить, как же нравился ли он мне. И последнее, что я заказала, это влажные салфетки универсальные, две упаковки. Было выгоднее брать две либо три упаковки со скидкой. Я взяла две, здесь 40 штук. Люблю ими протирать пыль, в принципе, меня они полностью устраивают, поэтому постоянно их беру. Вот такой вот небольшой заказик был у меня по второму каталогу. И если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Буду рада общению. И всем до новых встреч. Пока-пока.